Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Путь паломника». Как и обещали, сегодня мы продолжаем наш рассказ о храме и жизни прихода в честь воздвижения животворящего креста Господня, который находится в Самаре на проспекте Юных Пионеров. Каждое воскресенье на литургии здесь собирается много детей. Воспитанники воскресной школы причащаются, а затем расходятся по классам на занятия. Маленькие прихожане не ленятся в свой выходной день встать пораньше и прийти в храм. Такая вот детская жертва Богу. Благословение архиепископа Самарского и Сызранского Сергия в 1999 году под храм было отдано помещение давно не действующего детского сада. Первый молебен состоялся 27 сентября этого же года. Службы в нашем храме начались немного попозже, то есть на 6 января 2000 года, накануне Рождества Христова. То есть было вечернее богослужение. Конечно, храм был разрушен, потому что он 6 лет находился в запустении. Было много мусора, стекла были выбиты, фанера была. Затем отопления не было. И вот первая наша служба в этом храме состоялась как в том вертепе, где именно родился Спаситель. Первым настоятелем нашего храма был иерей Олег Китов. Он приехал, посмотрел, детский сад разрушенный. Походили, посмотрели, что делать. Вдруг нашли маленький крестик на подоконнике. И с этим решил делать храм. Стали люди приходить, стали помогать. Все стены кое-какие побелить, где полы кое-где подделать. Ну вот так и пошла служба. Я ходила в храм Кирилла Мефодия, там сестра у меня рядом живет. И там отец Олег Китов. Он, ну, как мой духовный отец был. Потом он сказал, я, говорит, меня переводят в Крестовоздвиженский, вот в этот храм. Я съездила, посмотрела, говорю, батюшка, что там творится-то? Говорит, нечего, было бы, кости, мясо нарастет. И действительно, ну, понемножку стали приходить, вот его духовное чадо, мы все молоточком отбивали весь раствор, все стены, потолки очищали полностью до плиты. Ну, с Божьей помощью. Я здесь, еще мне помогали сестры. Потолки я одна первый раз все делала, леса поставили. В общем, делали все, что нужно. Строили все, шкатурили, раствор таскали все на себе. Весь мусор, весь все на свете. Еще батюшка Владимир с нами был, чтобы тогда батюшка не был. Зимой ничего у нас это. Отопление, я что-то не помню, было нет ли. Воды не было, снегом полы мыли. Все это самое. Ну, и никто как-то, как будто и надо было, все хорошо было. Много пришлось и потрудиться в этом храме. В то время я еще не был священником. Помогал сначала уборке территории храма, затем по благословению отца Олега я стал служить, как бы прислужить, помогать на подсвечнике. У нас только центральный один был подсвечник. Больше подсвечников не было. Иконочки стояли на подоконниках, в песок ставили. Но зато в то время в окрестности не было здесь храмов, потянулись наши бабушки, ну и молодежь, конечно, потянулась. И в наш храм он был наполнен
полностью. Народу было очень много. И несмотря на то, что был холод, была любовь, тепло. Отца Олега нас согревал этой любовью. В 2002 году на Благовещение отца Владимира рукоположили. Отец Олег видел, как я трудился. Он говорит, вам нужно служить в храме. И вот с этого момента началась моя как бы служба в этом храме. Но изначально это здание передавалось, чтобы в дальнейшем здесь был детский просветительский центр. И основное мы здание строили на территории молодежного парка, где сейчас находится деревянный храм Умиления. Так получилось, что отец Олег покинул этот мир, он принял монашество уже, иеромонах Георгий, мы его упоминаем сейчас в молитвах. Так. Здесь произошло разделение, стали храмы самостоятельными, и меня уже здесь назначили вот настоятелем этого храма. Конечно, пришлось много потрудиться, вы сейчас видите вот и полы у нас кафельные, стены побеленные, иконочки видите, раньше этого, можно сказать, не было. Когда пришел батюшка Владимир, и настоятелем, когда его поставили, работа была проведена огромнейшая. Здесь полы страшенные были, и окна были страшенные, все было такое, и икон было мало, и подсвечников. Ну, все, что это самое вот сейчас мы видим, это за 3 года батюшка Владимир, настоятелем он 4 года был, за 3 года вот преобразился так храм наш. И потекли сюда люди. Спасибо, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, повели православных христиан на сопротивные. Сейчас в храме у нас детский центр, пусть он небольшой, этот центр, но всего у нас записано 48 человек. Но будем надеяться вот, на милость Божию, что детки будут приходить, будут здесь спасаться, а вокруг, может быть, и мы будем спасаться все вместе. Школа начала работать через год после первого богослужения в храме, как только провели отопление. У меня в те времена сюда приходили мои дети. Сама я их сюда водила, как родительница стала приходить. Приезжала издалека, именно вот потому что одна из первых школ была при храмах воскресных. И было именно удобно, что сами мы стояли на литургии, а детки в это время изучали какие-то азы. Этим деткам сейчас уже 25-30 лет, кто уже алтарничает в храме. У нас есть также уже, кто стал священником и в Самарской епархии. Есть послушники в монастырях, выпускники тех лет, вот одноклассников моего сына. Отец Олег назначил Галину Георгиевну быть руководителем отделения детского епархиального центра при храме. Когда я его спрашивала о том, что должно преподаваться, чему мы должны научиться, он только единственное сказал, чтобы дети вынесли, что в храме хорошо, чтобы даже что бы потом ни случилось, они всегда знали, что можно прийти, и в храме им всегда будет хорошо. А кто является святым? Некоторые святые кого видели? Вот они... И Богу, а не Богу узрят. Ставь на место. А миротворцы кем нарекутся? Кто знает? Божьего нарекутся. Сынами Божьими нарекутся. И да, так.
Даже кто еще хочет? Подожди, Арина, ты была уже, Дима, где? Блаженны избранные за правду. Ибо их есть, ибо их есть Царство Небесное, прикрепляй. А последняя у нас правильная награда, да? Вот к чему призывает Господь. У нас есть дошкольная группа и группа школьников. Изначально ходят к Татьяне Васильевне, научаются там первым каким-то понятиям, основам. Их приводят родители. А уже позднее некоторые становятся у нас в храме, несут какие-то послушания. Вот алтарники – это все наши вот учащиеся школы. Кто-то уже начинает ходить сам, а некоторые, вот даже был такой набор детей, один ребенок пришел, позанимался, ему понравился, он весь класс общеобразовательной школы привел. Это вот было 4 года назад. Сейчас этот мальчик, который сюда привел полкласса своего, вот он алтарничает у нас в храме, а его одноклассники сидят на занятиях. Полный состав детей, это не меньше 20 детей вот в школьной группе, и у Татьяны Васильевны приблизительно такое же количество. На праздниках у нас очень многолюдно бывает. И наши выпускники приводят уже сюда в младшую группу своих детей. Приходят к отцу Владимиру за всякими советами, потому что выросли на его глазах. Могут считать себя духовными чадами отца Владимира. Самые родные, которые были у истоков нашей воскресной школы, это был батюшка, значит, Олег Титов и Некурашина Валентина Григорьевна. Вот они создавали этот храм, можно сказать, из руин. Здесь был очень богатый природный уголок, где дети любили ухаживать за зверюшками, начиная со всяких хорьков и кончая кроликами, рыбками. Все дети нашей воскресной школы вместе с родителями трудились. Кто поливал цветы, кто кормил рыбок, кто, значит, дежурил по столовой, кто в огороде участвовал. Ну, в общем, вот такая посильная была работа для наших детей. Сейчас наш класс продолжает работу. Занятия проходят у нас каждое воскресенье по такому распорядку. Первый – закон Божий. Второй, значит, у нас занятие, ну, как бы творческая мастерская здесь проходит. И ИЗО, и работа с тканью. И третье занятие у нас – хор. Мне очень хочется показать фотоальбом, который был создан еще в самом начале, 15 лет тому назад. Мы его сохранили и вот хотим показать. Вот первый наш выпуск. Валентина Григорьевна, наша педагог прекрасный, со своими воспитанниками. Вот у них урок. Закон Божий происходит, знакомство с молитвами земными. Это родители на праздники. Отец Олег, наш настоятель храма. Валентина Григорьевна проводит всякие игры с малышами. Ходили, значит, вместе Юля
и Соколова, и Дарья. Теперь Дарья, вот она, Дашенька, та педагог, которая вела из-за деятельности. Это вот со своей сестренкой находится на празднике Рождества. Библиотеку с благословения настоятельницы Иверского женского монастыря игумени Иоанны начали собирать с самого основания храма. Она дала нам много книг, и с ее благословением у нас все стало хорошо получаться. Можно сравнить библиотеку с обычным школой, как бы. В школе учебники же нужны с 1 по 10 класс. Здесь тоже первый класс, люди приходят, как бы они ничего не понимают. Потом жизнь учат там, говорят, да, действительно, Бог есть, помогает, церковь помогает. Такие люди же интересуются, они азы православия хотят книги узнать, что такое. В основном пользуются жития святых. Подвижники православия 20 века – это наиболее любимые книги. И подвижники прославленные, которые на молебнах. Мы считаем, что нужно каждому человеку знать имя своего святого, жизнь его, чтобы с ним общаться, чтобы быть на него похожим. И когда на молебнах перечисляют вот имена всех святых, которые мы молимся в той или иной ситуации, нам чтобы помог. Вот если мы прочитали его житие, мы его встречаем как родного человека уже. И чем больше мы читаем, вот Дмитрия Ростовского, ну здесь много сборников есть, есть по одному святому. Такое родство душ. Особенно когда читаешь, вот люди читают книги, когда говорят, мы не можем расстаться с этой книгой. То есть они не с книгой, а с человека не могут расстаться. Он помогает, он молится за этого человека, вот святой, который берет твою книгу. Ты бывает случаи, приходят с книгой, говорят, мы принесли, но мы не можем отдать. Она нам нужна. И вот ходит по полгода. То есть святой помогает. Отец Олег часто бывал паломником в Иерусалиме, привозил благодатный огонь. Вообще из поездок по святым местам батюшка старался вернуться не с пустыми руками. Так в храме появился мощевик, где сегодня хранятся частица животворящего креста Господня, мощи преподобного Серафима Саровского, Дивеевских сестер. Однажды в храме обновились образа. Две иконы принесли. Огромных черных, черные иконы. Вот, ну, мы их поставили, одну с правой стороны, другую с левой стороны на алое. Кто там был, что, не знаем. Вот, и потом сидим мы. Внизу там на месте столярки была столовая. Детский садик там был. Вот мы сидим там, ну, пообедали. И вдруг такой гром, и дождь пошел. Такой сильный дождь был. Шумело по крышам, по этим, по подоконникам. Ну, подождали, пока все окончилось. Вышли, хотели подышать свежим воздухом. Смотрим, там сухо вообще. Никакого намека, солнышко, ничего не было мокро там. Вот, и с этого момента что-то такое, как эта благодать пошла. И вот с правой стороны икона она стала обновляться. Когда она достаточно обновилась, там, то есть она ангелами отмывалась сама. Это, в то время это часто было во всех храмах. Иконы многие обновлялись. Вот и нас Господь подобил. Оказалось, это икона Божьей Матери, взыскание погибших.
Я стояла вот у подсвечника, вот у Божьей Матери Богородицы, взыскание погибших. Вот здесь она стояла. Все уже разошлись и увидели, что капелька течет. Вот она сейчас, полоска там видна. Потом еще два раза мироточил. Ну, батюшка там собрал мир, помазал всех. Вот представляете, сварка идет, а кругом благодать. Вот аромат такой неземной. Отец Олег молился перед этой иконой о всех больных, страждущих, наркоманах. Там, благовестие писал, вел статью там, ответы, вопросы. У него очень много было этих писем, и он каждую историю переживал, и он это, молился перед этой иконой. Он всех вымаливал, вот, людей, которые к нему обращались. И она, у нас из иконы она замироточила. Там с плеча справа не распускалась. Ваточки тоже раздавали всем, помазывали всем, помогала. Много людей оставили там знаки, что вот помогла она им. Я пришел на службу, на вечернее богослужение. Отец Олег покойно подошел и сказал: «Володя, у нас мироточат иконочки». Я подошел, действительно. Ну, знаете, конечно, было такое вот, даже слезы вот потекли, что вот благодать коснулась вот нашего храма, прихожан. По-видимому, несмотря на всю вот эту разруху, была больше, наверное, молитва общая наша, которая вот вкупе, мы же возносили, просили и Богородицу, и Матерь Божию, чтобы нам вот этот восстановить храм. Ну, представьте, началось восстановление, когда средств-то не было, никто же не выделял на его восстановление этого храма. А все вот с Божьей помощью, и, наверное, сама Матерь Божия нам в этом помогала. И это было нам, для нас укреплением, конечно. Уверены, что нынешние юные прихожане продолжат дело своих бабушек и дедушек. Не только сохранят храм, но и приукрасят его. Будущее за ними. На этом передача наша подошла к концу. Мы прощаемся с Самарским крестовоздвиженским храмом. А с вами, дорогие телезрители, увидимся уже через неделю. До свидания и храни вас Господь!